Жаркая пора не только для комбайнеров, но и для техники. Три сельхозмашины сгорели на полях Татарстана в эти выходные. В первом случае жертвой огня стал комбайн. Зерноуборочная машина вспыхнула на ходу в Актанышском районе республики. Прибывшие на место огнеборцы справились с возгоранием за 12 минут. Второй инцидент произошел уже в Атнинском районе. Возле деревни Дусюм загорелись трактор и пресс-подборщик. Как выяснили пожарные дознаватели, это произошло из-за неправильной установки и эксплуатации электрооборудования. В обоих случаях никто не пострадал. Вызов 112 – это главное происшествие Татарстана. Смотрите на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь!